Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации муниципалитета. Более 1450 люберчан обратились за помощью в правоохранительные органы на минувшей неделе. 58 заявлений стали поводом для возбуждения уголовных дел. Всего за отчетный период стражам порядка удалось раскрыть 47 преступлений. По словам Евгения Романцева, на дорогах муниципалитета произошло 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых есть пострадавшие. Особый начальник межмуниципального управления МВД России отметил участившиеся сообщения о заложенных взрывных устройствах. На неделе оперативники отработали 10 подобных вызовов. Большинство это школы, учебные заведения были здесь заминированы, также торговые центры и спортивные фоки, где занимаются дети. Далее выступил Павел Иванов, начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Московской области. Он отметил, что за неделю спасатели осуществили 40 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации 4 пожаров. Александр Проворов доложил о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, за неделю на тепловых, канализационных и водопроводных сетях не произошло ни одной аварии. В настоящее время проведены работы по пуске наладки системы. Дополнительно хочу сообщить, что при запуске отопления может произойти завоздушная система отопления. В этом случае жителям необходимо обратиться в управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу ЖКХ для оперативного устранения данной проблемы. О состоянии дел в дорожном хозяйстве на территории городского округа Люберцы рассказал начальник отдела Раменского подразделения Мосавтодор Владимир Астахов. На прошедшей неделе, по его словам, производилась очистка полосы отвода, вывоза мусора, покос травы, а также проведена очистка межбарьерного пространства дорожного полотна. Для того, чтобы поддерживать городские улицы в чистоте и порядке, на минувшей неделе было задействовано 45 единиц спецтехники и 162 человека. Такие данные на оперативном совещании предоставили заместитель начальника управления дорожного хозяйства Егор Бунтин. Завершены ремонтные работы автомобильных дорог. Общее количество отремонтированных автомобильных дорог в городском округе за 2017 год составило 25 штук протяженностью 13,7 километров. Кроме того, на совещании обсудили вопросы комплексного благоустройства дворовых территорий, поговорили о соблюдении люберчанами чистоты в городском округе и уборке территорий, а также выслушали доклад о развитии спорта в муниципалитете. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко и Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.